Несмотря на то, что у меня брови не домиком и нет слез, это не значит, что я не переживаю. Я категорически недоволен, и я понял, что больше шанса не будет. Если я сейчас пою плохо или что-то сделаю не так, как это было вот на прошлом концерте, я думаю, что я буду третьим вылетевшим человеком. Очень не хочется быть, конечно, им. Алексей Чумаков и песня «Эти глаза напротив». Эти глаза напротив, калейдоскоп огней. Эти глаза напротив, ярче и все теплее. Эти глаза напротив, чайного цвета. Эти глаза напротив, что это? Пусть я впадаю, пусть сентиментальность и грусть, боли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. У тебя сегодня отличный внешний вид, новый образ и абсолютно замечательное исполнение этой песни. Поздравляю с хорошим выступлением. Очень рад, что наконец-то начинает появляться тот Алексей Чумаков, который запомнился всем членам жюри и по отборочным турам, и по предварительным этапам, и так далее. Слушая вас, все время немножко мне слышался голос Валерия Ободзинского, так, напоминало. Да. Ну, вот, тем не менее, правда, у вас очень здорово это получилось, и, по-моему, всем понравилось, публике тоже. Помню ваше состояние внешнее неделю назад, и помню ваше, как мне показалось, чудовищное настроение. Вы сами были недовольны, и это очень здорово. И если вы будете недовольны собой всю свою сознательную творческую жизнь дальше, это будет только миллион плюсов для вас. Значит, вы будете расти и дальше. Сегодня у вас уже очень хорошие какие-то наработки и перспективы. Я вижу очень такую серьезную и очень яркую. Держитесь и берегите голос. Спасибо. Слушай, а кого ты представлял, когда ты пел, вот, глаза чьи представлял? Или просто два глаза отдельные такие? Я представлял... А ты не глаза представлял себе? Нет, я представлял... По-моему, у всех такое. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Не дают сказать. Я представлял образ, я представлял что-то такое красивое, женственное и искренне от души пел. И глаза — это, конечно, зеркало души. Можно ты показываешь глаза очень смешно вот так? То есть, понимаешь, он, понимаешь, привычка, Ваня, привычка. Понимаешь, там и челка была, и коса, там все вместе. Я считаю, что человек, который спел Челентано, после этого уже совершенно меняется. Вот, ну все, Леша, да. После прошлого выступления теперь все изменилось. Мы желаем тебе удачи. Спасибо огромное. Спасибо.